Если увидели этот десерт в ленте, обязательно сохраните и идите готовить. Пробиваю в блендере 300 грамм песочного печенья до мелкой крошки. Перекладываю крошку в глубокую чашу. Добавляю 100 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваю лопаткой, чтобы получить однородную липкую массу. Беру 4 креманки диаметром по 12 сантиметров. Распределяю песочную основу по 1 большой столовой ложке с горкой на дно формы. Это будет основа нашего десерта. Слегка уплотняю стаканом. Теперь в отдельную чашу вливаю 400 мл холодных сливок. Добавляю 180 грамм сливочного сыра, у меня Филадельфия, и 100 грамм сахарной пудры. Взбиваю миксером до мягких пиков. Перекладываю готовый крем по 2 столовые ложки на песочную основу. Погружным блендером пробиваю 200 грамм клубники до пюреобразной массы. Распределяю ягодную массу по краю воздушного крема и в серединку кладу ягодку. Но вы только посмотрите на эту вкусную красоту. Не терпится попробовать. Самая долгожданная первая ложка. Как это вкусно! Обязательно сохраните и попробуйте.